сейчас находимся на полигоне, где некоторое время назад стартовали соревнования водителей погрузчиков в рамках чемпионата «Лучший по профессии». В этих соревнованиях 13 участников. Техника большая, не габаритная, не скоростная. На каждое выступление отведено порядка 25 минут. Поэтому всех участников разбили на две группы, согласно жеребьевке. Одна группа выступает до обеда, вторая выступит уже во второй половине дня. Технику, на которой соревнуются участники чемпионата, это погрузчик. Для соревнований организаторы выбрали именно фронтальный погрузчик. У него есть большой вместительный ковш, но для участников это скорее минус. Ведь им придется не перевозить песок или гравий, а нужно будет проводить практически ювелирные манипуляции с перекладинами. А большой ковш, как известно, вредит обозрению. Управление такой машиной, значит, габариты, которые, значит, достаточно большие, и не все машинисту видно. Вот. Но на моем участке я считаю, что вот это упражнение кубик, он самое тяжелое. То есть понимать и чувствовать движение машины и направление ковша. Я думаю, что не все с этим упражнением справляются. Вообще в компании, конечно, техники очень много такой. Большей части, конечно, гораздо больше погрузчики. Ну вот организаторы приняли решение, что взять этот погрузчик. Ну, наверное, он мобильнее, меньше. Вы только что закончили выступление. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Все ли удалось вам? Как вообще? Довольны ли вы собой? Ну, чуть-чуть не повезло. Там мячик мимо штангу попал. А так все нормально. Самым сложным вот эти перилы, штанги, брать на себя и поставить на место. И главное, чтобы этот мячик в корзину попасть. Я один промахнулся. Но в целом довольны? В целом довольны. Понятно, что они переживают. Понятно, что они работали на больших погрузчиках и резко пересели на другой тип погрузчика. Ну, было сложно первый день, конечно. Но сейчас участники привыкли и готовы выполнять упражнения. При ведении горных работ, при ведении дорожно-строительных работ профмастерство, она всегда стоит на первом месте. Потому что из этого вытекает именно самое главное – это безопасность работ. Я приехал из Архангельска. Ломоносовский ГОК, водитель погрузчика, зовут меня Константин. Приехали посмотреть и показать себя. Вот в вашей работе часто нужна вот такая вот ювелирная точность и в каких моментах? Ну не совсем, у нас в основном погрузка идет больших самосвалов. То есть у нас и ковшик побольше, 7 кубов, не как здесь, 3 куба. То есть у нас ювелирной работы вообще мало. То есть, получается, это будет некоторое для вас прям сложность и испытание? И для нас это вообще впервые такое видим. У нас совсем по-другому все. А расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали, в каком этапе чемпионата участвуете, и вот что делаете здесь, на этой площадке? Ну, мы приехали с поселка Айхал, от Айхальского ГОКа, по профессии машинист и ПДМ. А у нас сегодня была теоретическая часть, а завтра будет практическая на этой площадке. Как вы только приехали недавно, уже посмотрели, как участники соревнуются. Смотрим, как мастеровит, и каждый мастер своего дела. За кого болеете сегодня? Мы сегодня болеем за всех, смотрим, переживаем, всем желаем удачи. Я считаю, это очень правильно, что сделали такой конкурс. И люди, которые сидят в офисах, могут увидеть, какая это сложная и важная работа. Профессия водителя входит в десятку самых востребованных в мире. Для компании «Алрос» это вообще самая массовая специальность. Водители компании ездят на разных видов транспортных средств, от легковых до грузовых. И вот сегодня они состязаются на КАМАЗе и на УАЗе.
Расскажите, пожалуйста, про историю именно конкурса профмастерства водителя. Насколько мне известно, это одна из самых первых профессий, для которых начали проводить такие конкурсы. Ну, наверное, да. Мы в автобазе Мирнинского ГОКа, ну, возродили там в новой редакции, если память не изменяет, в 2007 году или 2006 мы проводили первый самый конкурс внутри автобазы чисто. А потом это знамя подхватил профсоюз «Профалмаз», Матрёна Вячеслава Склабина сказала: «А что это вы тут? Давайте мы попробуем по всем ГОКам, по всем площадкам». И тогда это получило статус уже по всей компании, не только на Минской площадке. Вот. Ну а сейчас мы, видите, поднялись еще выше. Это уже такой глобальный конкурс, и не только по автомобилям. Ну, я вообще участвую впервые в этом конкурсе. Ну, что тут и сложно. Змейка на грузовой машине задним ходом. Ну, и остальное вроде бы как нормально прошли. Полегче, чем в прошлый раз, как бы трасса. Единственное, что волнение какое-то было, да и все, вот сделал две ошибки. Все бывает. Трасса отличная, я считаю. Но сложные участки есть, конечно. Настроение отличное. Ждем следующий этап. Не пуха нам всем. Во второй день чемпионата свое мастерство также показывали токари. Мастера в токарном деле должны были правильно прочитать чертеж и по заданным параметрам на время смастерить из заготовки новую деталь. Как отметила судейская бригада, это привычное задание для токаря. Ежедневно на своих станках они вытачивают большое количество подобных деталей. Токарю дано задание, то есть чертеж на изготовление втулки. Невыполнение определенных конкретных размеров согласно чертежа как раз являются критериями невыполнения определенного какого-то задания. Дополнительно учитывается время изготовления, дополнительно учитывается теоретическая их подготовка. Токаря, в принципе, неплохо работают, показывают качество. Показывали мастерство и сварщики. По конкурсному заданию они должны были за 3,5 часа собрать конструкцию со всеми видами сварочных швов. Конструкции пройдут визуальный контроль по техпараметрам, а потом их погрузят в воду и через компрессор подадут воздух. Если появятся пузырьки, задание провалено. В соревнованиях по обслуживанию электрооборудования нужно было собрать стенд. Вторая часть задания состояла в программировании логистического реле. Электрики продолжают соревноваться и сегодня, ведь это одна из самых многочисленных групп. Здесь 18 участников. 10 июня «Алмазный край» ведет 3 трансляции. Приступают к своей соревновательной части сортировщики алмазной продукции и водители погрузодоставочной машины. За последних можно попалить очно на полигоне «МУАД».